Залил полностью. Жду до завтра. Видишь, пластик уже начал ломаться. Вот. Итак, день второй. Мотор не вылазит. Мочился всю ночь. И не двигается. Опа. О, какахи уже, видишь? Да, вон эти все какахи. Вот как его снять? Кто подскажет? Подскажите, люди добрые. Трындец вообще. В общем, мотор не вылазит. Он там закорел. Но ВД-шка проникла во все, повымывала всю эту вот стружку со щеток. Ну, если уже сломаю, так сломаю. Чуть-чуть крутануть, и он бы пошел. Падла.
все. Блин, не было вариков. Все, зараза. Приколись вообще. Вот, как он там сидит. Мать его. Ну что, сборка актуатора. Ой, блин. А, о, отлично. Чик. Пошла. Для этой модели кругляшок напротив кругляшка. Сейчас вал. Опа. Сейчас вот этот вал.
Так, теперь. А сейчас самое важное, это всунуть вот эту штучку как надо. Вот. А как ее надо всунуть? Ну давай попробуем. Вот этот первый зуб идет в первый паз. Еще разок. Вот этот первый зуб идет вот в этот первый паз. Пробуем. Проверяю. У меня были метки нарисованы. Оп, куда-то не дошло. Да, должен быть здесь. Значит, не так. Достаю. Значит, должно быть наоборот. Вот этот первый зуб, вот в этот первый паз. Не-а. Достаю. Пробуем во второй. Вот этот первый зуб во второй паз. Так, один маленький нюанс. Очень важный. Вот эта бабочка, если взять ее ось, то она смотрит на вот этот третий зуб. Только так. Потому что бывает, что-то здесь не то. Вот, вот эта ось бабочки смотрит на третий зуб. Так, еще раз пробую. Первый зуб во второй паз. О, а вот эта метка. Да, вот я делал метку, когда перед тем, как снимать. Вот она. И вот у меня метка. Вот я вырисовал ножом. Раз, два. Все. Еще разок. Значит, у меня в нейтрале это вот этот датчик идет четко на эту грань. Это нейтраль. Значит, здесь вал максимально вниз. Вот метка. На коробке это будет немножко по-другому. На коробке это, скорее всего, будет вот так. Без коробки это вот так. Теперь устанавливаю датчик. Один датчик. Подпружинен. Есть.
Второй датчик. Точно так же. Устанавливаю его. Стоп. Вот так вот. Подпружинен. Йоу! Ха-ха-ха! Toyota!